Важен голос каждого. 18 марта – главное политическое событие года. Россияне выбирают президента. В Щелковском районе работают 137 участковых избирательных комиссий. Жители приходят на участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Ну, безусловно, это обязанность каждого гражданина определить, с чем он дальше будет в жизни соприкасаться, с кем. От каждого из нас зависит будущее нашей страны. Я должен отдать свой гражданский долг и проголосовать за того человека, которого я хочу видеть во власти. Ну как, сегодня выбирают нашего президента. Мы надеемся, что будет у нас в стране все хорошо. За кого проголосуем, так и жить будем. Ну как же, это долг наш. Люди приходят с хорошим настроением на выборы. Значит, у нас активно идет голосование. Люди приходят с хорошим настроением. Доброжелательные все люди, улыбаются люди. А это уже говорит о том, что у нас все хорошо. За ходом голосования в Щелковском районе следят члены избирательных комиссий и наблюдатели, а также представители органов власти. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева посетили несколько участков в городских поселениях Щелково и Загорянский. Я бы отметил хорошую организацию. Это, во-первых, действительно люди знают, куда идти, что делать. Их сопровождают, по организации подсказывают. Это первое. Второе, конечно, хорошая погода, и люди идут, улыбаясь. Люди не просто идут, они идут с семьями, они идут с детьми, с маленькими детьми. Мы столько видели молодых. Молодые пары с маленькими детьми. Это значит, что уже вот с такого возраста прививают человеку чувство того, что ты гражданин этой родины. Если ты гражданин, ты должен выполнить свой гражданский долг. Прийти и проголосовать. Тем более на выборах нашего самого главного должностного лица государства. Также жители Щелковского района выбирают концепцию благоустройства набережной вдоль улицы Шмидта. Из двух предложенных вариантов проект, набравший наибольшее число голосов, ляжет в основу благоустройства будущей зоны отдыха. Все приходят со своими брошюрками, они уже заранее подготовлены, изучены всей информацией. Вот. И, значит, мы сканируем QR-код, и они сами опускают вот в эту урну. Вся предоставленная информация у нас на стендах. В брошюрах также все об этом рассказано. Народ должен выбирать, каким должен быть город. Такие выборы нужны, потому что нужно отталкиваться от мнения народа все-таки. Сыну больше где-то доверила, потому что молодым жить в нашем городе.